привет, с вами Вольфик Нев, и сегодня, как вы видите, на заднем плане стоит ваночка с водой, а это значит, что сегодня у нас будет бассейн-челлендж. И сейчас для начала нам нужно взять и посыпать морской сольки в нашу ванну. Теперь нужно размешать эту морскую сольку. Наша такая полупрозрачная ванночка. И сопка сейчас вся растворится у нас. Давайте еще чуть-чуть добавим, потому что... чтобы уже наверняка... все заготовила. Теперь давайте, вот она какая-то немного странная. Первое, это собачка готова. Вот таких вот собачек с сайта AliExpress лучше не купайте, потому что вот эта краска слазит. Я ее не купала, просто она такая ко мне пришла, такая с сайта AliExpress. Так что лучше их не купайте. А вот шляхов можно покупать. На земных снова в мире поздравляет. И сейчас мы кое-что... И сейчас мы будем уже от не от моего лица, а от лица тех, кто сейчас вот делает эту ванну. Боже мой, зачем запихнули нас в эту ванну? Я не хочу купаться, не хочу, не хочу. Слушай, вот ты вообще, мне нравится купаться. Смотри, как круто, смотри, как круто, смотри, как круто. Слушай, ты что, тебя заело, что ли? Ты что падаешь? Да вот именно. Тяф. Слушайте, не хнычьте. Вот лучше кто-нибудь сел на меня, да повел меня с седлом. Я бы сейчас всю воду вывернула отсюда. Фу, как неудобно ходить по этой соли. В копыта застревает. Конечно, застревает. Фу, какая вода еще холодная. Ага, чересчур. Купались, ну и хорошо. Так, я к вам иду. Ой, какая вода холодная. Так, давай, ты первая выходи. Так, теперь давай жирафик выходи. Так, осталась последняя Люсиндочка. Ой, Люся, ты чего, зачем ты ныряешь? Давай, давай, вытирай же меня, Что-то вы все сегодня разгавкались. Ой, вытирать тебя надо. Так, теперь давай тебя вытерем. Ой, ты зачем упала? Ну ладно, и так тебя вытеру. Так, и тебя осталось только лишь вытереть. Ребят, мы надеемся, вам понравилось наше видео. С вами был Вольфик, Нев. И увидимся в новых видео.